Всем привет, ребята, вы на нашем канале Прогульщик. И сегодня мы сейчас находимся возле танка. И тут первый дом на нашем районе, так сказать. И возможно этот дом строят вместо этого заревшей девятиэтажки и той разбитой двухэтажки, и вот этой. Возможно тех людей, у которых сгорели или разбились квартиры, поселят в тот дом как раз рядышком. Ребята, сегодня наш ролик будет не таким, как обычно. Мы не будем сегодня никого искать, мы просто снимем, как и где, что в Мариуполе. А так, конечно, кидайте адреса, мы будем всех искать. Вот мы уже показали, как тут что-то копают, что-то делают. Мы уже показали, как строят дом напротив танка. То есть Мариуполь восстанавливается, и все хорошо. Скоро Мариуполь будет таким, как раньше. Может, даже красивее. Там рабочие что-то делают, дом восстанавливают. Получается, дом не под снос. Вот здесь уже уборку навели, возле Сузуки. Это мы подъезжаем к нашему зоопарку. Тут уже светофор у нас работает. А, дурень, глянь, как он красивый. Просто красавчик. А это что за? Король лев, ё-моё. Ты глянь, а? Вообще бомбезный, правда. Ну, этого ужин уже. Кися переросток. Кирюха! Дай тебе по глазу. Данил. А ну дай его покормлю. На. Ну на. Не хочет. А вот так Кирюша, он хочет. Знаете, только вы мне руку не откусите, главное. Лень, какие у них рога, лень. Кирилл, бля. Смотри, это Кирилл любопытный. Ля-ля, бодаться начали. Ты лянь, бодаются между собой, а? Вот сейчас вы видели моих некоторых подруг, а сейчас мы подойдем еще к моим некоторым подругам. Они тут бегают, говорят, подружане. Да что ты, лянь? Да. Лянь, сколько на них этого, лянь, сколько подушек из них можно сделать. Крутяк. Не, это бедненькая сама сидит. Тебе бы подружаньку сюда какую-нибудь, да, скажи? Это вообще кто? В общем, ребята, кто увидит это видео, особенно с Мариуполя, приходите, навещайте животных. Гляньте, какие они тут красивые. Какие они тут все прикольные. Так что надо наш зоопарк развивать. Здесь мы уже дошли до быков. Ну или я не знаю, кто это, вот такой красавец. Он вот специально, я так понял, походу сел в лужу здесь. И стоит. Походу ему нравится. Манящие звезды, я тебе не верю. Ты сон кричащий вдалеке. Так, не забывайте проведать Сашу. В общем, не забывайте проведывать зоопарк, волнистых попугайчиков и всех животных, которые здесь. Вход всего лишь 100 рублей. Это совсем недорого. Он, кстати, был построен еще при Украине. Но сейчас, так как мы уже не в Украине, а почти в России, зоопарк нужно тоже, как говорится, проведывать. Потому что сейчас почему-то людей тут очень мало. Чтобы хотя бы по 100 рублей кидать, чтобы там и клетки обновлять, и еду им надо покупать, и воду там, короче, чтобы все жили в добре и в чистоте. Это вот мы подъезжаем к Кирово, разбитый мост. Здесь, кстати, ремонтные работы, помнишь ли? Или трубы, или что-то прокладывали недавно. Тут стояли сгоревшие машины, уже их поубирали. Но такой мост, конечно, отремонтировать будет сложно, поэтому его, походу, оставили на последнюю очередь, потому что там есть мост через, как говорится, 200 метров. Поэтому этот решили пока не строить. И, кстати, меня и мою девушку отправили в зрадники Мариуполя. Вот. Ну и флаг с ними. Нам и в России будет хорошо. Зрадники мы там Мариуполя, Украины. Плевать. Вот новые трубы, кстати. А Денчика, кстати, отправили в зрадники Диты. Телеграм-группа тоже какая-то. Че зрадники Диты Мариуполь, короче. Хайни. Диты зрадники. Ну, хай лесом гуляют. Ну, в Телеграме уже много, кстати, видео, как сносят дома. И мы выставляли, как на 23-м сносят. Этот дом тоже будет под снос. И вот людей будут заселять потом в те дома, которые
отстраивают. Вот сейчас мы уже едем к драмтеатру. Денис, скажи, а у вас украинский язык еще преподается, нет, в Денері? Нет? В Денері пока не преподается, вообще в Денері он будет преподаваться, только не как украинский язык, а, короче, как отдельный урок. Ну, как раньше было, когда... А раз... раньше русского не было. Ну, то есть он был у меня, но там раз в неделю, и то... Ну вот, а когда я малый был, наоборот, украинский язык был раз в неделю, а русский был раз пять в неделю. Так, пять раз в неделю. Вон какие-то машины стоят, походу тут очередная стройка. Сейчас поедем, поснимаем здесь. Ой, какие красивые дома. И вот возле 66-й школы вот такие домики сейчас строят. Девочки, а это будут жилые дома или бараки? Жилые. А тут люди будут жить? Конечно. Алло. Вот, так сказали, люди, здесь будут жить люди. А это не бараки для строителей. Ну, рядом школа, ее уже сносят, 66-я. И наши любимые турнички. Тоже разбитый. Или магазин, или что это было, кафе какое-то было, видимо. Вот, ребята, людям меняют бесплатно окна. У меня тоже в соседнем доме поменяли людям вот так бесплатно окна. Я не думаю. Вот мы подъехали к нашей православной церкви. Вы знаете, что хорошо? Что ее не разбили. Могли бы, конечно, расхерачить ее. Но, слава Богу, у нас люди верующие, даже военные. И церковь практически осталась целая и невредимая. Чё почём? 80 рублей, вот это вот 60 рублей, вот это по 45 рублей. Вот мы на драмтеатре, у нас небольшой перекус. Ребята, вы, наверное, спросите, зачем мне зажигалка? Может, я курю? Нет, я не курю. Зажигалка мне для того, чтобы в Мариуполе в любой момент могут отключить свет и все. Вы начинаете палить костры, для этого у меня есть зажигалка. Ну и прожарить зефирку. Видите? Это очень быстро, смотрите. Оп. А если просто сделать вот так, там скрывается белая вкуснотища. В общем, ребята, это мы вот там подъезжаем. Находится у нас кинотеатр «Победа», раньше находился. Ну, здесь еще стройка у нас не добралась, потому что здесь просто все разбитое. Поэтому здесь, скорее всего, просто будут все сносить одним махом потом. Ребят, если вас обидели, не обижайтесь. Если вам тяжело, не огорчайтесь. Советы от Денчика. Сейчас мы уже подъезжаем к Кирову. Здесь уже вот, как видите, полный движ Париж. Поэтому сейчас вот мы по проспекту стараемся на великах не ездить. Ребята, ну а этот ролик подошел к концу. Если вам было интересно, ставьте лайки. Мы сейчас находимся на Кирова. Вон там делают трубы, восстанавливают все как раньше. Ну, а так, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.